Первый всероссийский турнир по вольной борьбе памяти героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева состоялся сегодня в Чебоксарах. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях. 51 год назад впервые состоялся чемпионат имени легендарного полководца. Тогда в острой борьбе победу отвоевали хозяева зала. И сегодня Чувашию представляют не менее сильные спортсмены. Уровень хороший, все достойны победить сегодня. Ну, как говорится, в спорте, кто лучше тренировался, кто лучше готов, тот и победит. Ну, мне кажется, вольная борьба – один из честных видов спорта, мужских видов спорта. Здесь мужчины вырабатывают свой силовой дух, силу воли. Всего в соревнованиях участвуют более 200 спортсменов из 15 регионов Российской Федерации. Будут разыграны 20 комплектов медалей в разных весовых категориях, в том числе и среди женщин. Среди участников до 65 килограмм за победу поборется чемпион летних Олимпийских игр 2012 года Джамал Атрасултанов. На данный момент только проходит первый круг соревнований. Более 60 спортсменов из Чуваши стартовали в сегодняшнем турнире. К вечеру уже будут ясные финалисты. Среди женщин выступает мастер спорта международного класса Чемякова Вероника и Надежда Федорова. Они являются неоднократными чемпионками России, победителями международных соревнований. Надежда на них мы возлагаем, что они займут первые места. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, такие мероприятия воспитывают у молодежи не только волю к победе, но и здоровый патриотизм. Завтра будут подведены итоги турнира. А пока говорить о победителях рано. Пожелаем всем участникам честной борьбы и крепкого здоровья. Алексей Табинов, Денис Ноздрюхин, Республика.